6 июля во всем мире отмечают День поцелуев или World Kiss Day. Праздник родом из Великобритании, он, к слову, утвержден Организацией Объединенных Наций. Кто изобрел поцелуй, когда впервые он имел место в истории человечества, неизвестно. Но поцелуй – неотъемлемая часть нашей жизни. Пример подает и кино. Так, впервые поцелуй появился на экране в 1896 году в 30-секундном ролике Томаса Эдисона «Поцелуй». Ну а самый длинный поцелуй в кино, и этот рекорд до сих пор не побит, длился 185 секунд. Это фильм 40-го года под названием «Ты сейчас в армии». Мы же для вас решили подготовить подборку самых известных поцелуев мирового кинематографа. Ощущение счастья и радости, позитивные моменты заменяют сладости. Эту дрожь по телу разгоняют килогерцы. Почувствуй поцелуй прямо в сердце. Громче! Прибавь в мониторах звук и качай головой, разбавляя свой досуг слаще. Поцелуя нежного, здесь тема прежняя, только добро, бро, громче. Прибавь в мониторах звук и качай головой, разбавляя свой досуг слаще. Поцелуя нежного, здесь тема прежняя, только добро, танцуем.